Всем привет! Сейчас специально для канала Банковский я расскажу, как снять деньги в банкоматах Тинькофф без карточки. Сейчас можно снять деньги с банкоматов Тинькофф без карточки. Можно это сделать несколькими способами. Но сейчас, наверное, практически у всех есть бесконтактная оплата. Оплата с помощью телефона. Вы можете загрузить вашу карточку на телефон, и с помощью телефона вы сможете пользоваться банкоматами Тинькофф, в том числе и снимать наличные. Но опять же, вы должны помнить, что, например, совершить обычную операцию, например, внести, снять наличные в банкоматах Тинькофф, вы сможете, не превышая сумму 1 миллиона рублей. Но это касается только использования карточки. Если карточки у вас нет, вы пользуетесь, например, бесконтактной оплатой, в этом случае сумма операции не должна превышать 15 тысяч рублей. Разница, конечно, очень и очень существенная. Но в любом случае, вы можете просто приложить телефон к банкомату, ввести свой пин-код, ну и, конечно же, снять наличные. Есть еще один способ. Нужно будет зайти в мобильное приложение Тинькофф. В самом низу вы найдете платежи. Заходите в платежи, также в самом низу вы увидите маленький разделчик под названием «Снять наличные». В этом случае мобильное приложение Тинькофф может сформировать для вас индивидуальный QR-код, с помощью которого вы также сможете снять наличные. Тут же в мобильном приложении вы вводите ту сумму, которую вы хотите снять, и приложение сформировывает для вас QR-код, который будет действителен в течение 24 часов. Вы его можете, например, заскринить, либо же вы можете зайти в мобильное приложение, да, неважно, оно будет храниться там в течение 24 часов. Также можете приложить телефон с QR-кодом к банкомату. Банкомат его считает и сразу же выдаст вам деньги. То есть вот есть два способа: либо с помощью бесконтактной оплаты, либо с помощью QR-кода вы сможете снять без карточки деньги с банкомата. Ну а ссылки на самые лучшие дебетовые и кредитные карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято для канала Банковский. Если оно оказалось вам полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До свидания!